Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители канала. Рада вас всех приветствовать. 10, 11 и 12 ноября произнесите эти слова на огонь свечи. И какие именно слова, я расскажу вам сейчас в этом видео. Давно хотела рассказать вам про установку, которая поможет решить все проблемы. Делать необходимо 10, 11 и 12 ноября после 6 часов вечера. Как это делать и зачем, сейчас вам расскажу. Если у вас какие-то трудности финансовые или любовные, то в эти дни необходимо сделать такую установку на удачу, которая поможет разрешить трудности и привлечь успех и удачу в вашу жизнь. Делать необходимо это в спокойном состоянии, чтобы никто не отвлекал. Необходимо расслабиться, отпустить все дурные мысли, зажечь свечу и, глядя на огонь свечи, представить то, что вы сейчас желаете более всего. Продумать все с подробностями и сказать следующие слова 3 раза. На огонь свечи смотрю, помощь свою получу. После погасить свечу. Делать это необходимо 3 дня подряд. Благодарю за просмотр, ваши лайки, комментарии и за то, что подписываетесь на мой канал. Всем, как всегда, добра и до скорых встреч!